готовности. Ля, ну тут повеселее, чем на полтосе, конечно, да. Ля. Я вот, короче, весь день клещей не хватал. Можно я сейчас в деревьях не буду? Да ладно. Я его все равно для общих нужд взял. В деревья! Нет. Да я помню, я там, я весь день наверху, я как бы это... Ой, как удобно. Только без резких рывков. А то тут деревья страшные. Тихо. Все, обошли. Да ну ёб твою мать. Опять. Бля, я опять на него. Ну нет, не на него. Мимо. И без клещей. Бля, где поляна? А вот где-то там, ага, я понял. Оп. Так, стоять. Продолжай меня покачивать. О, я вижу, куда мне надо. Двигаемся вперед. Ну, сейчас веревка чуть спустится, чтобы меня вперед прокатило. А то я тут это. Ну, подпусти меня чуть-чуть. Да я, в смысле... Вперед по веткам хочу. Все, поехали. Да, поехали. Блять, ну отдайся. Блять, комаров-то сколько? Я их просто тут вот вижу, в смысле они летают передо мной, пиздец. Ну, что могу сказать? Классно. Но, сука, лезть наверх, особенно со стоповой. Ну, блядь, все, отстань, все, мимо. Рогатый или большой? Вот это, да? Уже, походу, поздно. Вот, давай справа. Совсем справа, да? Нет. С другого права. Между? Ёб вашу мать. Вот это дерево справа. Вот это. Нихуя себе какая штука. Тихо, нет, мне стой. Мне стой. О, все, вижу, так. Так, эть. Отдай! Буди! Тихо! Жопа моя, бедная! Оп, тихо! О! Проходи вот туда. Подальше вон туда впусти. Это самое крутое на таких прыгах, да?